Пару дней назад ложная новость о смерти политика потрясла россиян. Состояние здоровья политика Владимира Жириновского сегодня, 28 марта 2022 года, остается крайне нестабильным. Владимир Жириновский долгие годы являлся одним из самых активных и жизнелюбивых политиков нашей страны. Глава ЛДПР запомнился нам всем как бойкий, местами веселый и позитивный лидер, который, казалось бы, всегда знал, что делать дальше. Импульсивный политик всегда понимал, как привлечь к себе внимание публики, однако последние месяцы россияне следят за ним отнюдь не по радостной причине. С первых чисел февраля Владимир Вольфович угодил в больницу с омикроном, после чего новости о нем с каждым днем становятся все печальнее и печальнее. Состояние здоровья политика Владимира Жириновского сегодня, 28 марта 2022 года, порождает множество слухов. И с каждым днем простым людям все сложнее понять, чему стоит доверять, а чему нет. Политик заразился коронавирусом в январе, однако решил, что обычная двухнедельная самоизоляция поможет ему акклиматься. До этого он успел сделать 7 прививок и уже готовился к следующей, однако прогадал, это не помогло. Врачи предполагают, что из-за вакцин депутат утратил бдительность и стал пренебрегать мерами безопасности. И действительно, это было роковой ошибкой. Иммунитет Жириновского оказался неуязвим для других штаммов, но уберечься от омикрона главе ЛДПР не удалось. Состояние здоровья политика Владимира Жириновского сегодня, 28 марта 2022 года, вызывает страх, однако надежда все еще теплится. О том, что легкие депутата были поражены на 90% и начался септический шок, стало известно еще около 2 недель назад. Однако 25 марта в сети появились совсем пугающие новости. Сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что политик скончался, не приходя в сознание. Якобы его сердце остановилось в 10 часов 45 минут утра. Всех сторонников Жириновского это известие повергло в шок. Они начали скорбеть по лидеру ЛДПР, но тут партия выступила с грозным опровержением: Владимир Вольфович жив, а все лгуны понесут строгое наказание.